В вашем бизнесе постоянно не хватает денег на самое необходимое, а прибыль осталась только в ваших мечтах. Ваши продажи практически непредсказуемы, и от сезона до сезона ваше турагентство работает в долг. Остро не хватает оборотных денег, и развитие бизнеса вы даже не мечтаете. Конкуренты получают клиентов из социальных сетей, а вы раз за разом оплачиваете рекламу скидок и горящих туров в наивной надежде хоть как-то затащить туристов в свой офис. Ваши группы ВКонтакте и Фейсбуке постоянно наполняются красивыми фотами и текстами и успешно собирают лайки вместо денег. Ваше настроение безнадежно испортилось от негативного отзыва бывшего клиента или сотрудника, и вы не знаете, как доказать, что это не так, и вернуться к нормальной работе. И потенциальные клиенты предпочитают идти к конкурентам. Ваше агентство на рынке практически не знают, и клиенты выбирают тех, кто известен. Не надоело? Может, хватит вырывать копейки из случайно попавших к вам в офис туристов? Как вы смотрите на то, чтобы создать свою площадку, заполнить ее правильным содержимым, немного удобрить и полить, а потом спокойно и постоянно стричь зелень столько, сколько надо? Понемногу раздаем, конечно, а остальное оставляем себе. Главное, такой бизнес становится интересен и клиентам, и нам. Нравится? 5 лет опыта организации и монетизации больших групп в социальных сетях для турагентств. В практичном тренинге «Продажи туров в сетях. Новейшие технологии создания потока клиентов для турагентств без особых вложений». Запись уже открыта.